Извешкаемы с любовью. Куриные яйца с такими словами покупали многие ульяновцы. Производят их на птицеводческом хозяйстве персонал. С 2010 года на предприятии идет плановая модернизация. Заменяют оборудование, реконструируют цеха, обновляют парк техники. Увеличивают и количество птиц. Сейчас на фабрике выращивают 380 тысяч птиц. Так, а что с кормами у вас? С кормами. Мы работаем на кормах полностью. Покупаем корма. За те 10 лет, которые здесь работаем, сложилось уже постоянно поставщиков. Мы отобрали там путем селекции. И, соответственно, те результаты кормления, которые мы достигли, изменив там рецептуру, технологические процессы, позволили нам достичь очень высоких результатов по продуктивности. В планах птицефабрики реализовать крупный инвестпроект по строительству элеваторного комплекса и комбикормового завода. Цена вопроса 425 миллионов рублей. Цель – производить 95 миллионов штук куриных яиц в год. При этом элеватор сможет вмещать до 20 тысяч тонн зерна. Проект планируют реализовать к 2023 году и создать 60 дополнительных рабочих мест. А вот элеватор в рабочем поселке Чуфарова работает уже год. На площадке могут сушить, очищать и хранить до 6 тысяч тонн зерна. Мы связующее звено фактически между экспортерами крупнейшими и фермерами, любыми сельхозтоваропроизводителями. Ну, которые... То есть уже даже в этом году, вернее, за 2021 год, 14 хозяйств разместили здесь порядка 21 тысяч тонн зерна. Они даже сейчас до сих пор хранят. Подработали, подсушили. В общем, и хранят на 50% здесь. Заполнено, да? Да. Как рассказал главе региона руководитель предприятия, на элеваторе работает 65 человек. Их средняя зарплата – 37 тысяч рублей. В этом году они, как и многие другие заводы, подписали соглашение с правительством о росте заработных плат. Также в Чуфарово работает цех завода по производству электрической аппаратуры «Контактор». В производственном здании изготавливают литниковые системы и собирают автоматические выключатели. С предприятием также подписано соглашение о повышении зарплат. Сейчас средняя оплата труда составляет 25 тысяч рублей. В этом году, как отметило руководство компании, также ожидается рост. Анна Тищенко, Улправда ТВ.